Ситуация с ковидом у нас пока благополучная. Вот я могу предоставить статистику за даже не за последние 2 недели, а за май месяц и 2 недели текущего месяца. Значит, за май месяц исследовано лиц 537, положительных 6. За 2 недели текущего месяца исследовано 184 человека, положительных также 6. Но это рост, не вызывающий сейчас тревоги, потому что 6 за месяц, 6 за 2 недели – это, к счастью, цифры небольшие. Заболеваемость ковидом есть, она будет с нами теперь навсегда. Благо, что протекание заболевания идет легко, и таких тяжелых последствий, как это было 2 годами ранее, это не приносит. Но нет госпитализации вот таких тяжелых форм среди населения? Это вам лучше уточнить у лечебной сети. Мы проводим исследования и наблюдаем за очагами. Что касается лечебных вопросов, этим занимаются врачи именно лечебного профиля, Гудаутский госпиталь. Насколько мне известно, нет, но я могу ошибаться. В настоящее время отступило. Коронавирусная инфекция идет на уровне обычной сезонной инфекции. Но что будет в дальнейшем, я вам сказать не могу, поскольку вирус мутирует, он мутирует постоянно, пока мутации для нас положительные, но тем не менее может произойти отрицательная мутация и может протекание стать тяжелее. Здесь вам никто, ни один ученый не ответит, как будет дальше.